Этого дня с нетерпением ждали все юные театралы города. Во Дворце детского и юношеского творчества начался смотр театральных коллективов «Школьные подмостки». В этом году на сцену поднимется 21 коллектив из 18 общеобразовательных учебных заведений города. Смотр длится 2 дня. А ты сейчас это не видишь? А чего не видишь? Ты еще не хочешь. А чего не хочешь? Ты еще не хочешь? Ты не хочешь? Вот это не хочешь. Юные лицедеи тщательно готовятся к своим выступлениям. У нас постановка «Кайдашева семья». В ней рассказывается о взаимоотношениях в семье. И в конце все равно побеждает добро, все мирятся. И все хорошо. Называется сказка про репку. Наша сказка состоит в том, что нужно заботиться и любить друг друга. И то, что есть ближние, твои родные, то, что нужно их уважать. Сегодня мы представляем сценку героям «Вечная память», в которой хотим еще раз напомнить людям о том, насколько важно помнить прошлое своей страны. Готовили мы эту постановку не очень долго, но с большой любовью и с пониманием того, что мы делаем. Игру актеров оценивает компетентное жюри, в состав которого в этом году вошли представители управления образования Елена Димарцо и Юлия Пульвас, а также руководитель театральной студии «Своя игра» Роман Рогоза и руководитель театральной игровой мастерской «Клуб Тим» Любовь Веричева. Что нужно сделать сегодня детям, чтобы заслужить вашу позитивную оценку? Я так думаю, в первую очередь творчески раскрыться, быть очень эмоциональными, актерски убедительными. И я думаю, что, конечно же, любая победа в театральном конкурсе – это, конечно, как бы большая такая совокупность. То есть это и актерское мастерство, и режиссура обязательно. Мы оцениваем все вместе. Они должны прийти на праздник, устроить праздник себе и нам, что они всегда делают. В этом году темой конкурса стало 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко. Но республиканское жюри пошло навстречу юным театралам, разрешив показать спектакли на любую тему. На школьных подмостках есть место и шуткам, и грусти, и дружбе, и любви. Лучшие театральные коллективы будут представлять наш город на республиканском этапе конкурса.